Всем привет! Это обзоры от Mob.ua и с вами я, Амортиз. Сегодня у нас обзор на игру Need for Speed Most Wanted. И прежде чем ты скажешь, что обзоры на эту игру записывал еще твой дед, когда учился в школе, позволь уточнить. Наш сегодняшний пациент выпущен для Android-платформ. Так что поехали! А поехали мы в самом буквальном смысле. При первом запуске игры ты сразу же попадешь на обучающую гонку. Она обязательно, пропустить ее никак нельзя, и, видимо, чуваки из Electronic Arts считают, что никто и никогда не играл в гонки ни на ПК, ни тем более на мобильном. Впрочем, учитывая, что сейчас смартфонами обеспечены даже дети, может быть, они и правы. Но я, например, хотел поскорее порыться в меню, и эта обучалка меня слегка бесила. Ведь игра начинается с меню, верно? А вот и меню. Тут у нас традиционная GPS-карта, которую можно свайпать туда-сюда, ища трассы и миссии. Думаю, тут все понятно, все любители серии NFS с подобными картами знакомы, и разжевывать ничего не надо. Едем дальше. Имеется вкладка «Гараж». Тут можно купить новую тачку, покрасить ее и хорошенько осмотреть. Еще из личного опыта знаю, что в гараже можно заниматься и другими интересными вещами, не связанными с машинами, но увы. Так, дальше. Вкладка «Пилот». Тут мы видим, по сути, профиль игрока. Статистику, купленные авто, результаты, короче говоря, всякие личные данные. Затем идет вкладка «Рейтинг». Тут показывается... да-да, он самый. Наш рейтинг среди соперников. Честно говоря, не знаю, почему было не объединить эту вкладку с предыдущей. И, видимо, чем больше пунктов в меню, тем круче. Далее кнопка «Магазин», где мы можем обменять настоящие деньги на игровую валюту, а также купить кучу бесполезных ништяков, которые заставят нашу машину побеждать при любом раскладе. Ну и последняя вкладка «Настройки». Здесь все прочитаешь и найдешь сам, тем более, что в игре есть русский язык. Скажу только, что можно настроить управление как на прикосновение, так и на акселерометр. И даже чувствительность всего этого настраивается. Удобно? Давай-ка прокатимся и проверим. Тыкаем по карте, выбираем миссию, выбираем машину и добро пожаловать на трассу. В начале каждой гонки нам показывают такой коротенький ролик, в котором мчащиеся машины раскачивают камеру потоками рассекаемого ими воздуха и стритрейсерского пафоса. Ну а потом нам дают порулить. И рулить довольно удобно. Управление весьма дружелюбное, хорошо настраивается. Короче говоря, если я куда-то и врезаюсь, то это только от того, что у меня кривые руки. Сама игра в этом не виновата. Также есть две вещи, делающие игру чуть интереснее. Это менты и повреждения. Без них, согласись, было бы скучновато, ведь куда же мы без родных полиционеров и поломок на трассе? Кстати, о поломках. Модели повреждений машин выглядят довольно мило. Отваливающиеся бампера, треснувшие и вылетевшие стекла. И это не просто модели, повреждения здесь действительно имеют значение. Если совсем сломаться, можно и вообще не доехать до финиша. Это довольно трудно, но о своей криворукости я уже говорил. Наверное, нужно еще сказать пару слов о графике, но за меня это уже сделало видео, которое ты видишь на экране. Графика хороша. Все цветное и яркое, да и текстурки вроде бы ничего такие. О чем бы еще сказать? Сюжет. Он здесь есть. Наверное. Не знаю, не заметил. Да и кому вообще не пофиг на сюжет любого NFS? Мы едем, чтобы ехать. И желательно едем как можно быстрее. И в этом весь смысл. Стоп. А вот музыка разочаровала. Если сравнивать с музыкой из прошлых частей для ПК, то здесь у нас не музыка, а какое-то днище. С одной стороны, оно и понятно. Игра делалась, чтобы детки могли играть в нее на уроках, сунув ручки под парту. И в такой позе музыку не особо-то и послушаешь. Но с другой стороны, Electronic Arts вроде бы не бедная контора, и уж могли бы постараться не оставлять в игре столь очевидно слабых мест. Так что приходится врубать фоном свой собственный плейлист, потому что то убожество слушать не хочу. Впрочем, о вкусах не спорят, и кому-то может и понравиться. Ведь даже нашу Рашу многие смотрят. Оптимизирована игра достаточно неплохо, хотя, опять же, могли бы и лучше. У меня слегка подлагивало в некоторых моментах, но в целом геймплею это не мешает, и на такой незначительный косячок можно и забить. Итог весьма неплохо. На сегодня все. Если тебе понравилось, ставь лайки, подписывайся на канал и вступай в нашу группу. С тобой были Николай Подгурский и Федор Амортиз. До скорого!